Ой, игра аж сама в ахуе такой графики. Как превратить из этого в это? Ебать. Эта штука называется как Reshade. Ссылочку я вот так вот бам-бам оставлю. Сегодня будет краткий гайд, как улучшить графику. Скажите слово, и вообще в любой игре так можно сделать, если что. В Counter-Strike, блять, в Minecraft вообще без разницы. Для этого нажимаем download. После того, как мы скачали, находим то, что мы скачали, и открываем его. Тут будут все перечисленные игры, экзешники, на которые можно сразу поставить этот решейд. Если у вас Scutterflow не отображается, просто нажимаете вот сюда и указываете файл к экзешнику Scutterflow, то есть туда, куда вы устанавливали его. Давайте я вам покажу процедуру, как это делается только на другой игре, чтобы у меня не сломалось. Нажимаете вот сюда вот, потом uncheck all, check, next. Ждем какое-то время. Все. Нажимаем финиш и заходим в, соответственно, игру. Сразу говорю, если при заходе высветится вот это, значит вы все сделали правильно и у вас ошибок никаких нет. А если не высветилось, то, ну, царство вам небесное получается. Все, заходим на карту, соответственно, нажимаем кнопочку Home на клавиатуре. У вас будет немножко по-другому, у вас тут будет кнопка Skip Tutorial, вы его нажимаете, и у вас появляется вот это вот. С настройкой нет вообще ничего сложного, тут даже понимать ничего не надо. Просто методом тыка. Это не понравилось, отключаем, то есть с помощью методом тыка просто находим то, что реально поможет украсить вашу игру. Допустим, мне понравился вот этот эффект, я его оставляю. Тут есть как и классные спецэффекты, так и ужасные. Я могу вам просто показать свои настройки, так вам будет, наверное, легче. То есть у меня вот это был включен, бум, HDR включен, вот это включено, вот это, FXAA еще включено, и все. На самом деле вам не надо вот так листать и искать, вы можете просто с помощью поиска посмотреть и как бы найти. То есть нажимаем и вот так вот просто, все. Loser. Короче, это все. Это был такой типа мини-гайд. На самом деле это вообще не сложно. Ой, игра аж сама в ахуе такой графики. Да, еще если вы будете делать скриншоты, то у вас будет вылезать окошко. Еще, по-моему, она его вам сохраняет где-то в папке в игре. Loser.